Дружба дружбой, а водка врозь. Таможенники Луганской псевдореспублики запретили провозить в братскую ДНР сигареты и алкоголь. Об этом пишет «Остров». Такое особое внимание при пересечении границы недогосударств ЛНРовские таможенники уделяют сигаретам и водке. Эту продукцию боевики считают стратегической и делиться ею даже с соседями. Единомышленниками не хотят. Местные жители сообщают, что даже один блок табачных изделий террористы расценивают как контрабанду. Наказание для таких нарушителей – стандартное, штраф и конфискация. Люди предполагают, что таким образом боевики решили не наказать соседей, а пополнить собственные запасы продовольствия, так как пайки и зарплаты самозваная власть не выдают до сих пор.